Медицинские шкафы были приобретены по просьбе руководства учреждения в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» и акции «Добрые дела». Как рассказала депутат Совета депутатов округа Лариса Бархатова, шкафы будут установлены в кабинете отоларинголога. Этот кабинет оснащен самым современным оборудованием, необходимым для лечения маленьких пациентов. Специалисты здесь тоже под стать. Помощь деткам тут оказывается на таком уровне, который раньше можно было получить только в федеральных центрах. Надеемся, с новыми медицинскими шкафами работа докторов будет еще комфортнее, сказала Лариса Бархатова.